Всем привет! Пришло время нам снова позаниматься. Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Не знаю, когда вы предпочитаете делать разминку. Меня по-прежнему зовут Екатерина или Катя, а лучше Катечка, любимая наша тренеришка. Вот сегодня нет со мной Грома, нет со мной Славы, но надеюсь, что никто не будет в этот зал просто так заходить и говорить: «Здравствуйте, а что это у вас тут происходит?» Мы увеличили интенсивность, и вчерашняя тренировка уже составляла у нас не 200 килокалорий, а целых, кажется, 220 или около 250. На начальном этапе первые 10 тренировок у нас были где-то по 100, может быть, даже 150 килокалорий. Потом я чуть-чуть увеличила интенсивность, сохранив время. Мы делали в тот же диапазон временной 200 килокалорий, долгое время, еще около 10 тренировок. И вот сейчас мы немного расширили рамки и сделали наши тренировки еще чуть-чуть более интенсивными. Надеюсь, что вас все устраивает. Если не устраивает, и вы считаете, что вы вправе это сделать, то напишите в комментариях. Лучше этого, конечно, не делать. Пишите в комментариях только приятные штуки. Ладно, ну что, встаю вот сюда. Вам же меня видно так? Целиком? Вроде целиком. Все, окей. Тань, включай часы. Поехали. Впереди 250 килокалорий. Эх, голова. Да. Рассказывайте, чем вы занимаетесь, как ваши дела, все ли у вас хорошо, хорошо ли вы себя чувствуете. Надеюсь, что да. Занимаетесь ли вы каждый день? Ну, если не каждый день, то это не сильно важно. Поворот головы, пожалуйста, вправо-влево. Что важно, если вы начали заниматься по вот этим разминкам сегодня, пожалуйста, отмотайте назад, начните с самого начала, вы ничего не потеряете, вы все нагоните. Можете шагать через одну тренировку, например, догоняя, если сильно хотите нагнать. Или делать по две тренировки в день. Ну, просто, чтобы освоить тот набор движений, который мы делаем, поворот головы, ежедневно, чтобы этот навык у вас наработался, чтобы вы не сталкивались с движениями, которые вам даются трудно, или вы не понимаете, как их выполнять, лучше отойдите назад, потому что вот-вот еще парочка тренировок, и мы начнем учить еще одно движение, и тогда диагональ, пожалуйста, вообще окончательно занятия станут непонятными очень сильно, и поэтому не надо будет уже с них начинать, они уже не подойдут начинающим, они уже подойдут продолжающим. Ну, как бы для людей, которые занимаются месяц непрерывно. Если вы занимаетесь не каждый день, а делаете паузы, делаете там шею вперед, назад, это тоже хорошо, пусть будет. Занимайтесь через день. Правда, нужно понимать, что через день по полчаса это чуть-чуть маловато, но для людей пожилого возраста в целом нормально, делайте. Это лучше, чем не делать. Вот единственное, что интенсивность будет возрастать непрерывно. Поэтому, конечно, если вы занимаетесь через день, то делайте тренировки подряд. То есть тренировки 22, 23, 24 числа, а не тренировки от 22 и потом сразу 24. Потому что может так случиться, что какое-то новое движение я буду разучивать, и вы его пропустите. Так, полукруги головы. Да, еще парочку. Хорошо, вроде шея нормально, размятая, плечи. Рассказывайте, лучше ли стала двигаться ваша шея. Но не обманывайте, я знаю, что лучше. Угу. Так, хорошо, вот так сюда подойду, я пока же не надо, чтобы я там... Почему так криво пол? Телефон стоит вроде ровно. Или это потому, что он стоит по диагонали? Ладно, хорошо, 4, 3, 2, 1. Из верхней точки, вперед и назад. Пока так подойду. Так вот, не обманывайте, я знаю, что у вас все начало лучше двигаться. Это вам, может быть, кажется, что не начало, потому что вы видите себя, допустим, каждый день. Если еще и занимаетесь каждый день, и что-нибудь побаливает особенно, то, может быть, кажется, что нет прогресса. Есть и есть. Хорошо, оба плеча вращаем вперед. Еще какой? 3, 4, 5, 6. Хорошо, в обратную сторону. Попробуем. На неделе еще раз включу вам музыку, попробуем под музыку делать гимнастику снова, вдруг получится. Хорошо, правое плечо вперед, левое назад. Да, отлично. Отлично, и в обратную сторону. Вот поделаем тоже. 4, да,
Один. Хорошо, кисти внутрь, наружу. Супер. Так, что еще у нас ждет на этой неделе? Я надеюсь, что вы уже выбираете себе симпатичную какую-то спортивную одежду. Я думаю, что через 5 тренировочек уже пора будет наряжаться во что-то более удобное, спортивное. Поэтому присматривайте себе кроссовки. Думаю, что вот еще вот прям январь и вот в феврале уже давайте наряжаться потихонечку. Не обязательно, оборудование еще не нужно никакое покупать. Ничего не надо специфического делать, но приготовьте уже спортивную форму, какие-то кроссовки, носочки, велосипедки или лосины, если вы мальчик, шорты. Да, мальчику тоже можно в велосипедках заниматься, очень удобно. Какая-то спортивная майка, да, которая не позволяет вам двигаться, никуда не задирается, ничего не трет, не, вот, чтобы комфортно было покупать. Если будете покупать, если у вас не было спортивной одежды, берите сразу одежду, чтобы ходить в ней потом в тренажерный зал, на фитнес. Проверьте, прозрачная она, непрозрачная. Сделайте какие-то амплитудные движения в ней, здесь впереди кисти. Задирается, не задирается, проверяйте. Приходится ли вам каждые 5 секунд ее поправлять? Если да, то нужно поменять одежду. Она не подходит. Такая. То же самое на майке. Посмотрите, прозрачная, непрозрачная, трет, не трет. Спортивный топ. Мальчикам спортивный топ не нужен. Даже если очень большие титечки у вас, все равно не надо их упаковывать в топ. Вот. 4. Угу. Еще. 3. Еще 2. 1. Хорошо, в сторону локти. Посмотрите. Должно быть очень комфортно. Лучше с рукавом, я бы посоветовала. Но кто любитель маек с открытыми рукавами, ну, пусть будут и с открытыми рукавами. Здесь перед собой ладонь. Да. Угу. Еще. 6. 7. Внутрь. Угу. Хорошо. Да. Ну и все вроде. Все сказала, что хотела сегодня сказать. Все у вас получится, все впереди. Впереди еще очень много интересного, неизведанного, всяких разных заданий, всяких разных тренировок. Вот, упражнений масса. Библиотеку расширим вашу. И потом уже перейдем к чему-то более сложному. Например, к работе с оборудованием. А с оборудованием начинаешь работать, все как в первый раз, как будто бы случается. Все заново приходится разучивать. Поэтому пока что, пока мы работаем без оборудования вращения согнутыми руками, пока что старайтесь запомнить вот эту последовательность разминки, что наша задача – плечевой сустав, локоть и кисть подвигать всякое разное. Вот как они умеют, так их и подвигать. Правая плечо вперед, левое назад. Вот, то есть прям по-разному. Не просто одно и то же поделать 40 раз, а нужно поделать разное. Все, что умеет анатомически делать, часть тела, все надо в разминке сделать. Нам. Не во всех тренировках это необходимо, только в общеразвивающих. Вот мы сейчас занимаемся общеукрепляющим тренингом, то есть мы пока что адаптируемся к разгрузке, к дальнейшей. Прямые руки в стороны. Поэтому мы вот так работаем. Конечно, в каких-то специфических тренировках разминка не так выглядит. И потом, когда мы будем эти специфические тренировки разучивать, вот потом мы уже будем эти разминки менять. Сейчас пока что делайте все подряд на каждом занятии. Общий укрепляющий тренинг, общий развивающий, утром вытрезвляющий. Руки вперед. Если жив, пока еще гимнастика. Угу. Вращение назад. Еще. В обратное. Хорошо, правая рука вперед вращается, левая назад. Так. Хорошо, и в обратную сторону. Левая рука вперед вращается, правая назад. Отлично. Вращение туловища, пожалуйста.
вращаем туловище и вспоминаем, что мы там с вами вспоминаем, рассказываю. Идем вперед. Правой, левой, правой, левой. Левой, правой, левой, правой. Правой, левой, правой, левой. Левой, правой, левой, правой. Туловище делаем вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Пошли. Пунь, 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 пунь. Назад. Раз, два, три, четыре. Пошли еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, теперь давай выпрямлять руки по диагонали и вращай корпус сильнее, замедляйся, делай большое движение. Если у тебя много места, можешь отходить вот туда и долго-долго идти назад, идти. Но это, конечно, не обязательно в условиях квартиры, то есть если вы не вот в таком огромном зале свободном, то... Наверное, вы вот на такое расстояние не уйдете. Хорошо. Остались. Работаем каждое третье. Один, два, три. Правый. Раз, два, три. 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 Туловище работает просто. Право, лево, право, лево. Начинаем. На каждый третий счет. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Пробуем теперь на каждый третий счет руку выпрямлять. Раз, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, еще два, три. Хорошо. Раскачиваемся из стороны в сторону. Да, вот так мы с вами делали. И делаем скручивание корпуса по ноге. Да, хорошо. Пум, 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 пум. Восемь, шесть, пять, четыре, три. Давайте по диагонали вверх. Вверх, 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 вверх. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. По диагонали вниз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Подмышку. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Две руки вверх. 8, ага, 7, 6, 5, 4, 3, 2, правая нога впереди, левая позади. Тянемся левую длинную, правую короткую. 7, 6, 5, 4, 3, 2, левую вниз, правую наверх. Раз. Оп, 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 оп. Четыре, еще четыре, здесь три, здесь два и один, и вверх и вниз. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Один. Хорошо. Здесь параллельно. Полувосемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Ногу подставили, поменяли ноги. Оть, оть. Правая длинная, левая короткая. Шесть, пять, четыре, три, два, один. И вниз и вверх. Вниз вправо, вверх влево. Семь, да. Шесть. Пять, еще четыре, еще три, и два, и один, вверх-вниз, 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 да, еще вверх-вниз, четыре, три,
2, 1 и параллельно полу, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ноги поставили и стороны в сторону наклон, 8, 7, хорошо, 6, еще 5, хорошо, 4, 3, 2, наружу поворот, пунь, 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 еще, пунь, 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 еще, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще сделаем, раз, два, да, разворачиваемся, бочок тянем, и еще пара, раз, и один, два, и внутрь, доворачиваемся внутрь, чпок, угу. Ага, подъем, второй, раз, внутрь, пунь, 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 раз, пунь, 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 это половина, сделаем еще четыре, угу. Три, угу. Два, еще один, и вторую руку теперь достаем в наклоне. Делаем один наклон. Наклон, рука. Так, три. Наклон, рука. Два, еще. Пук, пук. Три, и еще один. Пук, пук. Четыре. Две руки сразу. Четыре. Вернулись. Три. Вернулись. Еще. Два. Вернулись, еще один, пунь, вернулись, хорошо, правая нога впереди, левая позади, сначала делаем наклон, 4, только правая, 3, только правая, 2, 1, хорошо, и левой касаемся пола, 4, ага, 3, 2, и левой потянулись вправо, и сделали, 4, чпуньк, три, чпуньк, два, чпуньк, один, отлично, поменяли ноги. Сначала левой потянулись, четыре, три, хорошо, два, хорошо, один, хорошо, теперь коснулись правой полы, четыре, ага, три, два, один, и потянулись, теперь сделаем четыре, хорошо, три, отлично, два, один, отлично, здорово, наклоны, супер, вращение тазом, пожалуйста, вправо, так, хорошо, влево, влево, так, отлично, маршируем, высоко ноги, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, ногу к себе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сзади. 8 захватили в плен. 7, 6, 5, 4, еще. 3, 2. Взяли только правую, только правую. И работаем только правой ногой. 8, 7, толкаем пятку назад, 6, наклоняться вперед не надо, 5, еще 4, 3, 2, 1, хорошо, вторую, взяли левую, 8, 7, 6, 5, еще 4, 3, 2, 1, хорошо. Взяли правую ногу, сейчас прямую, прямую, прямую делаем. Вот, ничего себе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставим. Давай вторую. 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один.
Взяли ногу отведение бедра, согнутая нога. 8. Ага. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Хорошо, давай вторую. 8. Хорошо. 7. Еще. 6. 5. 4. Еще. 3. 2. 1. Отлично. Вращение тазобедренного сустава правой ноги. 4. Наружу. 3. 2. 1. Хорошо. В обратную сторону, пожалуйста. 4. 3. 2. 1. Давайте вторую ногу. 4. Ага. 3. 2. 1. И в обратную сторону. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Бедро наружу, внутрь. Вот. 7. 6. Вот это движение начало у вас получаться? 5. Надо уже. 4. 3. Еще. 2. Еще. 1. Поставили. Взяли другую. 8. Супер. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Отличные подъемы на носки. О! Отлично. 3. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, что хорошо. 5 и 6 и 7. Ну, а все равно общая тренированность растет. 8. Даже если это ваша пятая тренировка, вместо 24-й, неважно. Важно, что вы занимаетесь. Так. Так. 4. 3. Пожалуйста, продолжайте. 2, не бросайте. Все будет хорошо. 1. Наклон, пожалуйста. Вниз. Вверх. Да. 7. Еще. 6. Еще. 5. 4. Тут. 3. И 2. И 1. Тяга. Пояс. Вниз, тяга, вниз, вверх. Если вы начали заниматься сегодня, и у вас до этого совершенно не было никакого опыта в тренинге, возможно, некоторые задания типа вот этого покажутся вам невыполнимо сложными. Т-тяга. Чтобы эти движения не казались вам очень сложным, вернитесь на тренировку, которая называется «Изучаем наклон». Мы там будем изучать наклон всю тренировку почти. Если будут непонятны приседания или балансы, включите тренировку, которая называется «Изучаем приседания» или «Изучаем балансы». Пожалуйста, вернитесь туда и сделайте эту тренировку сами, руки вперед. Не спешите говорить, что эта тренировка какая-то сложная, неправильно, быстро, у вас ничего не получается, у вас и не должно это получается у людей, которые занимаются тут вот с самого 1 января. Так что не вздумайте даже расстраиваться. Так, пунь, пунь, и вот такое движение внизу, вот такое, в наклоне движение делаем. Пук, 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 встать. 7. 6. Так. 5. Давайте попробуем. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Махи. Махи. Ладони вперед. Махи. 2. Хорошо. 3. Так. 2. 1. Назад, ладони назад, мизинцы наверх. Так, еще 3. Так, еще 2. Хорошо. Еще 1. Пук, пук, пук. И ладони друг на друга, махи вот так. Раз, 4.
Ага. Еще три. Еще два. И еще один. Пук. Пук. Нога назад, левая. Три тяги. Три, два, один. Ага. Три, два, один. Еще. Три, два, один. Еще. Тын, тын, тын. Еще. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Отлично. Еще чуть. Пум, пум, пум. И еще маленечко. Один, два, три. Раскачиваем руки из стороны в сторону. Эть, эть, эть. Встаем. Три. Да, еще немножко. Раз, два, три. И еще. Три, два, один. И еще. Три, два, один. И еще чуть-чуть. Три, два, один. И еще. Эть, эть, эть. Ну и еще последний. Делаем. Стоим на правой ноге. Стоим на правой ноге. И пока что наклон через центр. Руки вперед. Четыре. О, четыре. Три. Я очень неустойчива сегодня. Два. Угу. Один. Хорошо. Меняем ноги. Четыре. Вверх. Три. Вверх. Два. Так. Еще один. Хорошо. Меняем ноги. Руки сверху и вниз. Четыре. Вверх. Три. Вверх. Два. И один. Меняем ноги. Вторая. Четыре. Вверх. Угу. Три. Вверх. Два. Вверх. Один. Меняем ноги. Меняем ноги. И сгибать будем. Сгибать руки за спиной. Делаем четыре. Вверх. Три, два. Да, вторая. Четыре. Вверх. Три. Ага. Два. Один. Супер. Делаем три несимметричные тяги в наклоне. Три, два, один. Да. Три, два, один. Хорошо. Три, два, один. Хорошо. Три, два, один. Хорошо. И раскачиваем руки. Три, два, один. Отлично. Три, два, один. Выше. Три, два, один. И сегодня новое движение. Останьтесь в наклоне на одной ноге. На правой. На правой. Здесь, на правой ноге. Руки. Четыре. Три. Ногу вытягиваем назад сильнее, руки вперед. Два. Один. Согните опорную. Согните опорную. Не стойте на прямой опорной. Вам поэтому так тяжело. Согните опорную ногу. Эту вывели. Тут руки. Вот сделали. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо, будем еще пробовать. Все, нормально. Наклоны закончили. Начинаем приседание. Сначала просто неглубокий сет параллельный. Три. Четыре. И еще пять. Тут шесть. Еще семь. И давайте попробуем чуть-чуть пониже сесть и руки поднять. Обе. Восемь. Не торопись. Семь. Уже большая часть тренировки позади. Шесть. Осталось совсем немножко. Пять. Маленечко поделаем. Четыре. Уже где-то 150 калорий точно мы потратили. Три. Два. Осталось совсем чуть-чуть. Один. Так. Теперь одну руку берем и поднимаем вверх. Восемь. Семь. Да. Шесть. Пять. Четыре, три, два, один. Хорошо, берем вторую руку и делаем восемь, вверх,
7, 6, 5, 4, еще маленько, 3, 2 и 1. Хорошо. Так, теперь берем одну руку и делаем, ой, нет, берем две руки и делаем подъем на носок, как будто бы до чего-то дотягиваемся снизу. Делаем 8 и подъем. 7, да, 6, да, 5, хорошо, 4, тут, 3, тут, 2 и 1, вверх. Хорошо, а теперь берем сбоку что-то и поднимаемся только на один носок. Только один носок нужен. Взяли сбоку. 8, 7, 6. Да, заходи. 5, 4. Спрашивай, ничего страшного. 3. Катенька, это у тебя будет сегодня свободная нога? 2. Да, прям вот сейчас я доделаю. И вторая нога. Что надо сделать? Нужно, чтобы у нас фитнес-менеджер был не Курусь Александр. Кто? Ну, не знаю, какой-то Курусь. Левый какой-то чувак? Да, старший тренер групповых программ Корцова Полина. Нормально, оставьте ее. Номер ее тоже укажите. Так. Ладно, перепишу. Спасибо большое. Так, еще один раз. Отлично. Да я заредактированный файл могу скинуть. Так. Ноги, ну не сейчас, я, видишь, работаю блогером. Чё, ноги пошире, локти, пук, пук, 7, 6, еще 5, еще 4, 3, еще 2 и 1, руки, чуть пониже свет, вот так, 2, да, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо, с оверхедом. Помните, что мы делали? Сейчас покажу, как. Делали такой сет, руки, подъем, опускали локти. Давайте. 7. Да. 6. Еще. 5. Так. Еще. 4. Так, 3, пум, пум, еще 2, пум, пум, и еще 1, пум, пум, руки за голову. Ребят, уже 205 килокалорий, чуть-чуть осталось. Вниз, вверх, маленечко, потерпим. Вниз, вверх, еще 3, 4, еще чуть-чуть, 5. И 6, и 7, и 8. Тут. О, работаем. 8. Вверх. 7. Вверх. 6. И 5. Еще чуть-чуть. 4. Здесь. 3. И 2. И 1, руки внизу, сейчас отстану, честно, вот прям немножко потерпи, руки внизу, вниз, вверх, 7, давай, 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 6, еще, 5, и 4, здесь, 3, и 2, и 1, хорошо, супер, все, почти, остались только балансы. Давай. Оп. Поворот поставили. Давай еще раз. Раз, два. Поворот поставили. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ногу выпрямляй. Пум. Выпрямляй. Да, хорошо. 1, 2, 3, 4. Чик. Чик. Да. Отлично. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Так, помнится, писали ребятишки, что у вас не получается
баланс. И сейчас начали получаться? Напишите под этой тренировкой обязательно, как у вас дела с балансом. Именно вот под этой. Мне надо под этой ответ. Я буду под этой ждать. 8, выпрямляем. 7, 6, 5, еще 4, 3, 2, 1. Хорошо, второй. 8, 25 калорий, давай. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, в сторону пинаем. В сторону пинаем, и я отстану. 8, 7, 6, я отстану, честно, доделай. 5, 4, 3, 2, 1. Давай еще вторую, в смысле ногу. 8, 7, 6, 5, хорошо, 4, еще 3, еще 2, 1. Супер, делаем отведение бедра и приведение по диагонали назад ногу. Чпунь и раз, пук, два. Посмотри сбоку, это по диагонали движение назад. Вот ты делаешь отведение бедра, ногу не просто вот сюда ее назад, а по диагонали назад, вот сюда. Это нам пригодится потом, когда ты планка начнется. Еще один. Так, давай вторую. Вторая нога. Пук. Так, стой. Пук и пук. Да. 4. Ага. 3. 2. 1. Боже. Отлично. Фу, супер. Вообще, 35 минут всего. А мы все сделали. Кроме пристретчинга. Ха-ха. Хотели меня обмануть. И по кругу мы движение сделали. Так, ну-ка все. Собрались. Еще не отстаю от вас. Здесь мы не сделали задание на гибкость. 5. Ага. 4. Ага. 3. 2. 1. Хорошо, вторую. Тык, тык, два, три, четыре, ага, еще один, пять, супер, все, и остался при стретчинге. Боже, как я вас мучаю, я мучительница. Наклон, ох, боже мой, тянет. И еще один. И задержитесь, пожалуйста, внизу. Очень хорошо. Вторую, пожалуйста. Вот она. Три. И опля. Угу. И внизу подержим. Чуть-чуточку. О, хорошечно. Отлично. Сзади потяните переднюю поверхность бедра. Превосходно. Вторую. Опля. Просто изумительно. Пошире ноги. И начинаем сгибать правую, руки за спиной. Вот так вот. 7, 6. 5, чуть-чуть, 4, 3, 2, 1, супер, разворачиваемся, разворачиваемся, вот здесь, колено в пол, 4, еще, 3, еще, 2, еще один, и руки на пол, 1, и руки на пол, 4, колено в пол, воздух. 3, 2, 1. Хорошо, переехали.
переехали в другую сторону. Фу, 4. Ужас, уже 38 минут. 3, 2, 1. Супер, и руку на пол. Здесь 4, 3, 2, 1. Отлично. Вдох. 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 Потрясите ногами. Ну что, мы что сделали? Там вообще, вы хоть представляете, насколько огромную работу мы сейчас с вами проделали? 40 минут вообще-то, если что. Всем спасибо большое, что остаетесь в фитнесе. Пожалуйста, занимайтесь им как можно чаще. Желательно целый день подряд по 12 тренировок в день. Будет очень красиво, будете стройными. И ешьте только полезную, вкусненькую, конечно же, вкусненькую побольше еду. Жду вас завтра или послезавтра, когда решите прийти. Ну, конечно, желательно завтра. Тань, выключай часы. То забудешь, будешь полдня ходить с ними. С невыключенными вот с этими. Ух ты, вообще тяжело сегодня было.